Процесс разработки стратегии укрепления и развития молодежного сектора в районе Басарабяска на ближайшие 5 лет подошел к концу. В ходе публичных слушаний в проект документа были внесены последние штрихи. Большинство из присутствующих на встрече участвовали в разработке стратегии на всех этапах, поэтому с основными ее направлениями были знакомы. Документ был разработан нашей организацией с помощью эксперта Кирчу Виталия Ивановича. И, конечно же, благодаря активному участию молодежи района и специалистов, которые заняты в этой области, они приняли участие в ателье по разработке стратегии, приняли в конкурсе молодежных инициатив многие молодые люди участие. Призеры конкурса молодежных инициатив были награждены почетными дипломами и памятными подарками, а их идеи были включены в стратегию развития молодежи района. Одним из победителей конкурса стал Дарин Мацку, который подготовил проект «Un bandaj pentru oraș». Этот проект есть despre implicarea tineretului în diferite activități și oferirea unor informații cu privire la acordarea primului ajutor în orice situație. По словам эксперта в области стратегического планирования Виталия Кюркчу, в районе Басарабяска существует немало проблем, мешающих молодым людям полностью раскрыть и реализовать свой потенциал. Прежде всего, это недостаточно развитая инфраструктура и малое число различных молодежных объединений. Если есть еще в городе Басарабяска, в самом городе есть такой, значит, молодежный региональный центр «Феникс», то в сельских населенных пунктах такой инфраструктуры нет, и это, конечно, ограничивает возможность участия молодежи и реализации себя, потому что в основном всегда акцент делается почему-то на молодежь 14-19 лет, которая еще занимается в учреждениях доуниверситетского типа, а вот молодежь от 19 до 35, к сожалению, выпадает всегда из поля зрения органов власти. И здесь совсем другого рода проблемы, это связанные с трудоустройством, связанные с наличием возможности реализации себя, да, своих предпринимательских возможностей. Поэтому здесь вот такие элементы, такие составляющие отражены вот в стратегии. В стратегический план было включено 4 основных направления. Участие молодых граждан в процессе принятия решений на местном уровне, расширение экономических возможностей для молодежи, продвижение здорового образа жизни и вовлечение молодежи в решение экологических проблем. В ходе публичных слушаний наиболее активно обсуждалась возможность создания на уровне районного совета фонда поддержки молодежных инициатив. Участники дискуссии отметили также другие мероприятия и направления стратегии, которые важны для молодых жителей района Басарабяска. Cel mai important la această strategie a fost implicarea și cumva informarea tineretului că este oportunități de dezvoltare în orice domeniu, cum ar fi modul sănătății de viață sau modul curățirea sau îngrijirea mediului înconjurător sau deja la unele situații economice sau beneficii care poate le pot oferi această strategie. Modul sănătos de viață trebuie tare mult abordat, pentru că la fel suntem un raion cu foarte multe probleme și sunt de tineret, narcomanie, consum de alcool, droguri și alte substanțe toxice. Doar prin informare, educare, noi putem să prevenim toate problemele care sunt actuale la noi în țară și mai ales în raionul Басарабяска. Финальный вариант стратегии укрепления и развития молодежного сектора в районе Басарабяска будет представлен районному совету для утверждения, а его дальнейшая реализация зависит прежде всего от местных органов публичной власти. Разработка документа проходила в рамках проекта «Лицом к молодым», реализованного общественным объединением «Женский клуб «Голубка» при финансовой поддержке Фонда «Восточная Европа».